Добрый день, уважаемые садоводы. Оп, и упал абрикосик с дерева. Сегодня созрел первый урожай. Серафим Железова. Очень крупноплодный, самый ранний из всех абрикосов. Вот все, что осталось на дереве, я вам показываю. Все лежит на полу. Сейчас при вас прямо он упал. Сейчас мы его посмотрим. Ну, впечатляющего размера. Очень красивые, яркие, вкуснющие, тающие во рту. Посмотрите, что творится на полу. Вот. Пока мы доехали до этого абрикоса, он решил весь упасть. Вот. Немножечко не успели вам показать полностью. Ну, размер вообще плода впечатляет, но мы его обязательно завесим дома. Но я думаю, что грамм 60-70 он будет. Ну, просто огромный плод и очень тяжелый. Вот они вот прям, вот два плодика вот таких крупненьких. Ну, вот это самый первый, самый ранний абрикос. Спасибо Валерию Константиновичу за такой великолепный материал. Ну, как яблоки лежат, рассыпанные. Такая красотища. Ну, дай бог, чтобы нам камера показала ту красоту, которая есть на сегодняшний день. Остальные все абрикосики пока еще в зеленом состоянии. Очень много яблок. Сейчас покажем абрикосики. Вот просто по пути мы идем. Очень много яблок в этом году завязалось. Хотя в других регионах люди жалуются, что не очень хорошо с урожаем. Вот, были такие возвратные заморозки тяжелые. Сейчас покажу зеленые абрикосы, которые еще будут. Только в дальнейшем. Это идет у нас медовая линия. Это МЛ1. МЛ2 наверху идет. Вот там на самом верху. Дальше надо пройти мне к другому дереву, чтобы показать вам другие сорта абрикосов. Вот начинает созревать медовая линия 4. Вот он красивый тоже очень абрикос. Вот висят веточки такие вот. Вот. Очень красивые, очень вкусные. Действительно, эта линия достойна, наверное, всяких наград. И наверху вот эта вот медовая линия МЛ4, если видно вам. Сейчас я выше не могу показать. Вот на таком расстоянии. То есть абрикосов, в принципе, достаточно в этом году. Вот с другой немножко стороны мы подошли. Там еще незрелые медовая линия. Вот она висит, там МЛ3 линия. Все это еще в перспективе. Надеюсь, если успеем в следующий раз, то обязательно вам покажем. Вот другие сорта. Манитоба в зеленом состоянии. Это у нас Амур висит. Еще тоже не созревший. Ну, то есть деревьев очень много и еще очень много зеленых. Зеленых абрикосов только начало, самое первое начало. Много эндемиков заплодоносило. Они, конечно, мельче намного. Ну, тоже полезные, тоже вкусные. И можно использовать косточку в лечебных целях. Хорошего вам дня, хорошего настроения и всего доброго. С вами Галина Латинкова. 28 июля 2022 года. Всего доброго.